Всем привет, дорогие подписчики из телеканала Свистного Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Pascal's Wager. Итак, мы с вами продолжаем изучать деревню, что с ней стало. Пытаемся при этом убить монстров. Отличненько. Мы с вами закончили на том, что пробрались в шахту. С ней не закончили и отдали какой-то там камень, чтобы яйцо у нас освободилось. А там была ловушка. Так, тебя, засранец, я помню. Вот, отлично. Хорош. Так, поставлю на всякий случай лучше тебя. Потому что... ножи редко будем использовать. Ох ты, пес. Атака не сбилась у него, ты смотри. Какой засранец. Можно попробовать еще раз этого завалить, но... пока у него нет никакого смысла. А вот этого засранца атака сбивается. Хорошо. Зрелые споры. Так, пошли наверх. Ой, не та кнопка. Не та бывает. Записи Рамонеса, часть первая. Ну-ка, давай почитаем. Глядя снизу вверх, не вижу света. В мрачном тумане, где же мой дом? Я искал пол жизни и до сих пор не нашел. Где же кладбище колоссов? Есть ли мне еще время искать его? Так, по сказаниям у нас... а, это у нас квесты. Окей. Я думал, что за сказания такие? Очередной алтарь. Но мы пока ничего делать там не будем. И сундучок. Расколотый иммундус. Так, нам надо вот сюда попасть. Ох, 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 это было больно. Давай, наверное, еще сразу одно зелье. Вот засранец. Живой Синдрил. Зелье здоровья. И вот как раз наш срез. Плюс тут есть еще сундучок. Но благо нам уже больше падать не придется. В принципе... о, каменная раковина, по-моему, у нас этот артефакт. Ага, значит он сюда. Защиту дает. Ну, пусть будет. Неплохо. Я думаю, надо будет сейчас тогда восстановиться возле алтаря, потому что мы сюда уже как бы больше не вернемся. Ну, за исключением, наверное, какого-то редкого случая. А восполнить лечилочки и здоровье будет хорошо прям. Может быть, сейчас посмотрим, что это сможем создать. Так, осколки пока, ладно, не будем. Не хватает, не хватает, не хватает. Ладно, хорошо. Тогда попробуем прокачать. Давайте, наверное, упорство прокачаем себе немножечко. Неплохо, и давайте сразу тогда отдохнем. Так, у нас есть путь наверх. Нам как раз туда и надо, поэтому давайте сначала вниз пойдем.
Может быть, какой-то откроем срез? Давай, иди, дружище. Отлично. Это тоже непонятно какая-то. Еще и газует. Давай, давай, давай. Выносливость не кончается. Да, это у нас с вами как раз получается срез сюда. Такс. Грязные кости. Полипные кости. Ну давай, наверное, дам тебе грязные кости. Неинтересно это ему, да? Полипные кости. Тоже неинтересно, ты издеваешься? Надо зелье здоровья. Слышь, зелье здоровья-то, конечно, мне тоже надо будет. Надеюсь, туда что-то полезное. Иначе... Неясно, для чего я тебе их потратил. Давай, чувачок. Что-то полезное давай. Очень полезное. Кристалл доминатора. И все. Так, здесь у нас что? Запись Серамонуса, часть вторая. В шахте послышался смех. Может, Бог услышал мою молитву? Костер остыл. Поленья больше не трещат. Пора принять наказание. Вот нужно ли мне тебя убивать? Я пока не очень понимаю. Ух ты! Ты видал? Да добить его уже. Фух. Хорош. А, она уже превратилась, бабка превратилась в монстра. Опять-таки непонятно для чего, да, я к нему зашел. Просто только убить, чтобы и потратить свое здоровье. А, ну я могу, получается, вернуться к этому алтарю. Но это не то. Зелье, конечно, у меня получается одно осталось. Хотя, я же могу тебя сейчас использовать, правильно? Эликсир здоровья. Вот, давай попробуем поставить тебя. Либо просто сейчас его использовать. Отлично, пусть восстанавливает мне немножко здоровья. Пока мы с вами поднимаемся. Ну и походу будет первый босс. Скорее всего, очень похоже. Да. Это как раз сам этот Рамонос. Скорбь проясняет мой рассудок. Да что такое?
Я не могу уйти вообще от атаки. Ну, а блок стоит, мы сегодня будем? Нет, товарищ? Не, ну понятно, что мы от первого босса сразу сдохнем. Жестко. Нажмите Space, чтобы уклониться от атаки во время... Да, конечно, спасибо. Если бы еще уклонялся, бы нормально. А он работает очень медленно с этим уклонением. В битве с проворным врагом используйте блок. Не помогает. Атаки, уклонение выматывают персонажа, когда выдержка исчерпана, указанное выше действие больше нельзя предпринять. Следуйте за уровнем... Ну, понятно, это выносливость наша. Смерть всего лишь конец. Смерть — это паленгенез. Проигрыш 25, заново. Угу. Одолейте флагелантов. Спасибо. Сейчас попробуем одолеть. Жестко, конечно, меня сейчас прям просто реально нагнул. Жесткий босс. Ну просто пытаешься и блокировать, и все остальное делать, а что-то не помогает нифига. Жестко. Ну уходи, уходи от атаки, уходи. Его прижал меня просто. Жесть, от этой атаки просто надо как-то уходить. Безумный? Так я ж применял зелье, это что не так-то? Безумный. Если во время битвы с боссом персонаж теряет все здравомыслие, он входит в безумный режим. В этом режиме босс станет сильнее и будет использовать новые виды атаки. И выйти из безумного режима можно лишь после победы над боссом. В этом режиме нельзя использовать эликсир здравого ума. Спасибо. Я, главное, пытался использовать зелье, оно нифига не помогало, блин. Офигеть. Вот это опять атака, я его про нее забываю. А как же блок, дружище? Жесть. Меня опять-таки нагнули. Ха-ха, жестко. Блин, вот от атаки надо уходить. Выносливость.
А чё, мне нет зелий, что ли? Серьезно? Ну, выносливость. Ну, класс, безумный стал. У меня зелья, кажется, нету нифига. Да ладно, с вами все так видели. Поехали. А ты еще и подлечился, что ли, пес? О-о-о-о. Жестко. Ну блин, надо было ходить в атаке. Ух, ага, жесть. Зелье. Ну давай, добить его осталось на фигне. Вот и все. С третьей попытки только получилось. Шесть. Ага. Кто ты, дружище? Снова ты. Ты знаешь его? Что происходит? И все исчезли сразу, классно. Ну это то дерево, где мы с вами видели ведьму. Тереза, которую мы ищем. Может быть, сейчас какое-то видение у него? Ну да. Угорал, ждал тебя влюбиться в ведьму-то, дружище. Ну привет. Прости меня. Sky's Wager Definitive Edition. Это был все сон? Ничего себе сон. Are you awake? Проснулся? Как долго я спал? Кто знает? Я давно потерял счет времени в этой бесконечной тьме. Куда мы направляемся? Ближайшую деревню пополнить запасы. Пусть вам не нужна еда, мне нужен отдых. Но Тереза еще в Хегеме. Мы должны вернуться. Кто такая Тереза? Ты звал ее, когда был в отключке? Она была на вершине горы. Я видел ее собственными глазами. Теренс, но ты был один. Может быть, ты слишком устал и увидел то, чего нет? Не может быть. Эти рыжие волосы. Это должна быть она.
Если не веришь мне, спроси его, ну той птицы говоруна. Прости, Терренс. Она говорит правду. Но разве такое возможно? Кстати, о рыжих волосах. Посмотри, что я нашла у Аскета. Что это? Скажи. Дневник курьера, полный символов, загадок и иступленного бреда. Здесь говорится, что рыжая ведьма была в Хегеме. Дай мне дневник. Успокойся, Терренс. Отдай сейчас же. Я хочу помочь тебе, Терренс. Тереза. Тереза была моей женой. Я не видел ее уже очень давно. Что между вами произошло? Она ушла, не стерпев лжи. С тех пор я ищу ее. Ты стал несчастливым курьером из-за этого? Оно того стоило? Я заслуживаю это наказание. Что говорится в дневнике? Похоже, она ищет колосса Адамины. Думаю, именно туда она и направляется. Повозка. В повозке вы можете посмотреть карту и выбрать пункт назначения, пообщаться с другими персонажами и филином по имени Глен, а также купить предметы. В повозке есть специальный алтарь, который позволяет улучшать атрибуты персонажей, открывать новые способности и многое другое. Так, направляйтесь в Адамин. Камень, еще камень, поговорить. А, с тобой можно поговорить. Хорошо. Покажи, куда хочешь отправиться. Так, а ты где, кстати, сидишь-то? Птица, говорун. А, вот ты где. Давай сначала к алтарю подойдем. Так, отдохнуть есть смысл? Давай отдохнем, мне не жалко. Угу. Дисциплина. Критический урон плюс 4,6, атака 25. Здесь опять-таки не хватает, здесь не хватает, здесь не хватает. Ну давай тогда это сделаем. Атакуя врага, вы наносите себе незначительный урон. Шипы, зубья, мечи и алебарды используются только для причинения вреда себе самому. Подожди. Атакуя врага, вы наносите себе незначительный урон? Но здесь же ничего не сказано про это. Ха. А хочу ли я это создать? Вот в чем вопрос. Ну смотри, опять-таки, скорее всего... А, ну камень не обработан, скорее всего, понадобится для всего остального. Да. Ну попробуем создать. Улучшение и перековка. Улучшить. Использовать предметы, такие как черновые осколки, чтобы улучшать трофеи. Перековать. Пожертвовать трофей, чтобы главный трофей получил случайный бонус к характеристикам. Чем выше уровень пожертвования, тем больше очков улучшения. О как. Улучшить. Ну, допустим, добавить. Черноводные осколки. У меня такого нету. Тогда ничего не будем перековывать. Ладно, поговорим с обоими, да? Посмотрим, что у тебя есть. Есть кое-что интересное, но придется заплатить. Разве я не заплатил достаточно? Это совсем другое. К тому же, разве я не выполняю роль проводника бесплатно? Посмотрим, что у тебя есть. Так, грибы Хегема, зрелый спор, живой сэндрил. Ладно, это не то. Продать. Ну вот. Коготь шахтера, череп хищника, это все пригодится для создания. Поэтому опять-таки ничего не продашь. Я немного устал, мне нужно отдохнуть. Так, подожди, я хочу с тобой поговорить. Сменить наряд? Ух ты. Терренс, наряд Геральда? Отказавшись от своего, Терренс не мог даже представить, что одной ночью его приключения превратятся в настоящий кошмар. Ух ты, секси девочка. Какая-то Бенита, спящая красавица. Норвуд. Значит, тебя зовут Норвуд. Угу.
Так, ну, спящая красавица мне нравится больше наряд. Могу я сменить его? Да. Обряд инициации. Тоже ходи в этом пока, я тоже пока в этом похожу. Да, наряд у тебя, конечно, так себе. Поговорим. Что же это было? Сон или явь? Он еще и перекрасился даже. Ответ можно найти только в Адамине. Надеюсь, это не вечный кошмар. Кто же этот человек в маске? Не знаю, но его маска меня беспокоит. Он ушел вскоре после того, как ты потерял сознание. Можно поторговать. Коллекции Виолы. В коллекции Виолы много приспособлений. Если у вас имеется кристалл Доминатора от Квакуна, она не против поменяться. Ага, у меня в принципе есть. Но у меня всего их два. Ага, это неплохо, конечно. Но надо, получается, искать. Немного увеличивает защиту при уровне здоровья 50% или ниже. Хорошо. А ты? Немного увеличивает силу атаки при уровне здоровья, опять-таки. Хорошо. Посмотрели, кто что делает. Ну и давайте тогда отправляться. Это повозка. Ох, там было 5 квакунов, а мы только 2 нашли. Не, ну давайте пока по заданию. Адамин, путь ворона. Бог давно оставил их. Кажется, что только непрерывная и набожная молитва Адамины может продолжить эту хилую родословную. Захватите этот тусклый свет любой ценой. Он может погаснуть в любое время. Ну, поехали. Адамином. Колокольчик и свисток. Позвоните в колокольчик, чтобы позвать Глена и вернуться обратно в повозку. Используйте свисток, чтобы вернуться к колокольчику, но вам придется заплатить. А мы с тобой вдвоем будем бегать? О, как интересно. Я, кстати, видел такие колокольчики. На помощь! Прошу, спасите! Сейчас, подожди. Терренс, кажется, тебе повсюду преследует невезение, как и монстры. Все кончено. Не бойся. О, Господи, курьер! Прошу, спасите мою маму! Если она мертва, мы ничего не сможем сделать. Она жива, но времени почти не осталось. Мы вернем ее, только скажи, где она. Адамина. Интуиция мне подсказывает, что не все так просто. Ну, понятное дело. Можно поговорить. Что же здесь произошло? Мама пыталась защитить меня от монстров, но они схватили ее и утащили в подземелье. Я не могу сбежать, вот и прячусь здесь. Где твой отец? Он оставил нас и сбежал. Трус. Господин курьер, на моей маме была черная одежда, очень красивая мантия. Стоит вам ее увидеть, вы сразу ее узнаете. Умоляю, спасите ее. Ладно, попытаемся. Осколки, живой, Синдрил и осколки. Так, алтарь запускаем. Получается, мне нужен эликсир здравого ума, чтобы постоянно восстанавливать. У меня его нет, получается. Оно кончается. Тогда десятку я создам.
Так, ну и что у нас тут? Скорее всего, это все закрыто. Так, что было? А, проверить. Ну да, понятно, не открывается с другой стороны. Так, ты это читаешь? Нет, не читает. Ну, пошли. Не понял, это сейчас что было? Слышь! Я ж до тебя не достаю. Зараза такая. Тут одни бабки. Ты откуда вылез? Сволочь. Ух, хватило выносливости. Так, надо бы тогда ее прокачивать. Ух ты. Виола! Виола! Что, очередной босс, что ли? Пожалуйста, не навреди им. Они невиновны. Это мать? Бедняжка. Ты можешь винить только судьбу за все, что тебе пришлось пережить. Два босса за одну серию. Это жестко. Ух ты, нифига. Ну, мне кажется, я, скорее всего, должен сдохнуть здесь, да? По-другому нет объяснения. Вовремя ты появился. Кто ты? Зачем ты здесь? Меня зовут Норвуд. Знаю, моя маска кажется гротескной, но не бойся. Как и ты, я служитель церкви. Что ты делаешь в Адамине? Изучив обстоятельства чумы колоссов, святой отец предсказал, что рыжая ведьма приведет Адамину к гибели. Хочешь сказать, что чума колоссов связана с этой ведьмой? У меня нет всяких доказательств, но нынешнее состояние Хегема подтверждает эту теорию. Почему местные последователи пахнут так же, как синдриллы? Кто-то нашел способ вводить небольшие дозы синдрила в последователей Адамины. Это в придачу к тускнеющему свету колосса подавляет их рост. Почему? Вечные скитания и суровая жизнь сделали последователей Адамины бесплодными. Оказавшись на пороге вымирания, они обратились к силе синдрилов для продолжения своего рода. Похоже, в последнее время последователи потеряли контроль. Кому пришла в голову эта жуткая идея? Последователь называет его Святым Отцом. Святым Отцом? Он тоже последователь Адамины? Несколько лет назад он забрел в Адамину. Как и ты, он был здесь незнакомцем. Используя силу синдрилов, он стал Святым Отцом. Какая ирония.
Но у этого чуда был побочный эффект. Массовая смерть мужского населения. Что не так уж и плохо для святого отца. Не видел моего пойманного компаньона? Несчастье, ее избрали стать новой невестой святого отца, как и всех других местных женщин. Вскоре они поженятся в обители Оракула, и она родит ему новую жизнь. Обитель Оракула? Место недалеко, но ворота запечатаны каким-то ритуалом. Внутрь не попасть. Учитывая желание найти этого святого отца и нынешний хаос в Адамине, работа в команде — лучший выбор. Сейчас это единственный выбор. Чем больше нас, тем лучше. Сменить персонажа. Теперь вы можете играть за одного из двух персонажей. Нажмите G для переключения на другого персонажа. Можно переключаться в любое время, кроме боя. Окей. Но Рот теперь в команде и будет почувствовать с вами. Хорошо. Значит, наша компаньонша теперь новая жена. Создал, смотрите, гарем этот святой отец. Терренс, ты жив? Слава богу. Кстати, здесь ужасно смердит. Я нашел Виолу, но мой путь преградила невидимая сила. Я не смог даже приблизиться к ней. Твой новый товарищ выглядит загадочно. Так, синий. Синий как раз, по-моему, ищут вот эти вот осколки кости, да? Нет, не то. Полипные кости? Чё, тоже здоровье, что ли? Ты издеваешься? У меня опять нет здоровья. И еще надо тебе? Класс, ему надо аж целых 3 лечилки. Где я тебе их возьму, дружище? Мне бы тогда к какому-нибудь алтарю, что ли, прийти? Череп хищника. А, вон та бабка, которая кидалась. Сейчас я до тебя доберусь. Ох ты. Да не та. Да ё-моё. Зараза, спрыгнул откуда-то сверху. Я даже её не видел. Ну вот так вот получается, да? Пошел за сундучком и нарвался. Ну что, зараза, теперь твоя очередь сдохнуть. Не хватает выносливости, блин. Выносливости не хватает. Но алтарь, получается, внизу есть, да? К нему идти. Надо как бы уже серию заканчивать. Ну, может быть, там где-то будет алтарь. Сейчас посмотрим. Если нет, тогда я вернусь лучше вниз. Блок-то где? Ё-моё, блок ставлю, нажимаешь блок, он не работает. О, отлично, зелье здоровья. Странно как-то с блоком, он... Не работает. Нормально. Вот нажал, брок, блок, блядь. Чё такое? Почему ты не нажимаешь, блин? Что не так с ним?
Зараза, бабка, блин. Зараза, тварь. Класс, молодец. Ну ты тварь, а. Фух. Все плохо-то пошло. Зелье. Так, нужен тогда, получается, короткий путь. Чё за фигня? Меня просто тут почикали нафиг. Где выносливость-то вся? Жесть какая-то. Какая-то жесть. Подстава подстав, да? Господин курьер, вы живы? Нет. Ты должен умереть. Если ты умрешь, я смогу видеть маму. Где Элмор? Где она? Успокойся. Что случилось? Больше никакой лжи. Я должна приводить чужаков в Вадамину и хорошо охотиться. Тогда Святой Отец решит мне увидеть маму. Святой Отец увел ее, с тех пор я ее не видела. Вадамина стала страшным местом. Я только хочу поскорее забрать маму и избежать. Ты должна охотиться? На кого? Святой Отец приказал ловить всех, кто путешествует мимо Адамины. Я знала, что это неправильно. Сначала мы не хотели этого делать, но потом привыкли. Теперь никто не против. Кто запер тебя здесь? Святой Отец? Нет, Элмор. Никого добрее я не встречала. Кроме моей мамы, конечно. Она заперла меня здесь, чтобы защитить от опасности. Скажи, как мне найти Святого Отца? Конечно, скажу, господин курьер. Но сначала найдите Элмор и уговорите отпустить меня. Я очень волнуюсь о маме. Пожалуйста, будь осторожны. В последнее время она немного не в духе. Не злите ее. Не знаю, что она может сделать. Классно. Но у нас только было еще место там, получается. Давайте, наверное, все-таки вернуть к алтарю. С этой стороны не открывается. Вернусь к алтарю, отдохнем, восстановим себе полностью запасы все. Плюс пойдем, наверное, по другому пути. Потому что у нас был как раз еще один выход. Проход, и мы туда не пошли. Потому что там дальше, получается, типа сюжету. Значит, там что-то будет полезное. Надо это дело все проверить. Но, скорее всего, наверное, тогда за кадром добегу, отдохну, и мы тогда с вами продолжим в следующей серии. А на сегодня все, друзья, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.